И надеюсь, вам не очень громко. И надеюсь, да. Ну, я звук сейчас, пожалуй, выключу, потому что многие говорят, что звук мешает. И реально, то, что звук в игре реально бесит, выключай, короче, звук. Окей, друзья, ладно. Как вы сказали, я буду выключать звук. Друзья, сегодня, не хотел так это все показывать. Короче, как вы, наверное, поняли, сегодня мы будем апать 17 тысяч трофеев. Как вы видите по моим кубкам, друзья. Мне осталось 24 кубка, поехали сейчас в бой. Будем играть за мистера Пи, за Би, просто реально, за мистера Пи и за Би. За Би, за пчелку и за пингвиненка этого. Будем сейчас играть, потому что, вы спросите, я вообще хотел какой-нибудь челлендж сделать, типа, если не возьму, там, например, на кроу, 17 очка не возьму на кроу, то, например, там, я не знаю, там, удалю игру, я не знаю, типа, я продам, я не знаю, отдам аккаунт, сделаю конкурс, я не знаю, подарю легендарку, заначу подписчику 2000 гемов, если ничего не выпадет, я не знаю. Чё-то типа такого, короче, и, всё-таки не решился, потому что уже много всего такого было, и, это, наверное, уже скучно, мне кажется, для вас, потому что, реально, уже подобные тематики были, и, сейчас, наверное, для многих это уже, скучновато, и, типа, не заходит, поэтому, такой формат был, хайпил летом еще прошлого года, поэтому, лето уже прошло, поэтому не вижу сейчас смысла записывать еще такие ролики, потому что, мне кажется, хайп они не сберут, и уникальности уже, то есть никакой не будет, что, отдаю там 2000 гемов, не как раньше была интрига, то есть, давай, проиграй, и как же хочу, что ты сдонатил, давай, проиграй, я, конечно, не люблю, когда все такие, просри, все на тебя, давят, но это даже не то, что неприятно, это просто, круто, потому что подписчики, давай просри, я думаю, что он просрет. Нет, он не просрет, он не должен мне донатить. И вот такие вот эмоции хочу, чтобы были. Прикольно, когда есть такие эмоции, но сейчас это уже не хайпит, и зачем это сейчас снимать? Не так, как раньше. Короче, друзья, плюс 8 трофеев мы заработали с вами, и жалко, что не топ-1. И остается 16 кубков. Подожди, у меня... 16 кубков. Я не знаю, может, за Би сыграть? Нет, пацаны, нет. Я за пингвина, потому что я не знаю. Не хочу за Би, просто не хочу бомбить в этом ролике. Этот ролик тупо чисто лайтовенький такой. Просто поиграем за пингвиненка, поапаем в кубки. Би и пингвиненка пока не апаю. Просто, лень сейчас мне их апать, реально. Если я их сейчас апну, то... Кстати, да, если я его сейчас на 500 апну, мне там салют, конечно, на кубке. То есть, если бы я сейчас его апнул бы на 500 и еще бит, у меня было бы 17500. Да, и там еще 500 кубков и 18к, но 18 уже потом как-нибудь выйдет. Но вот бравлер, я когда-нибудь 20к возьму, когда уже там выйдет много бравлеров, я возьму их на 500. Когда-нибудь 20к я возьму, а сейчас 17к, это красивенькое число, и реально хочется взять, потому что 16к я брал, давно, потому что это было не месяц назад. Хотя не особо вроде и давно, но все равно, месяц. Я хочу, конечно, взять новую для себя позицию. Так. Не. Лохушка, пацаны. Она меня могла убить, я не знаю, сколько раз, И она меня не убила, просто какая она лохушка внутри. Робот. Только не на меня. Бля, я ж сказал.
Ну я же тебе сказал, что не на меня. За что ты так со мной, ты мне скажи, робот. Просто хочу поскорее взять эти кубки. Не хочу много дублей записывать. Да, много дублей, что записывать, блин. 100 кубков, тут изи играть. Просто бывает на такие моменты, когда тебя даже на низких кубках зажимают, ты мог затащить, и тебя просто зажимают. Или ты там тупишь, лак вылетает. Там, ну, бывает такое, я думаю, многие со мной согласятся. Там спайк, 7 баночек и... И он гад, конечно, но он сейчас не поможет убить робота, и, возможно, я его как-то закоцаю. Даже я его, в принципе, пожалуй, закоцаю вроде. Да. Да, просто. Да, просто, детка, да. Плюс 10 трофеев, и сколько у нас там остается, друзья, мы сейчас выйдем и... Посмотрим, сколько трофеев нам остается. Нам остается 6 кубков. Да-да, 6 кубков. Открываем сундук. Давайте выберем пассивочку, может, какую-нибудь. Потому что я сегодня прокачал Брока на 9 уровень. Хотел, потому что это сделать, но сделал не доведался. Потому что, ну, чего там так, типа, 9 уровень, 9 уровень. А, кстати, может, сейчас кого-то взять на 500 кубков и попробовать взять не вот так вот на изи, на 100 кубков, а кого-то... Ну, я не знаю, пацаны, я не знаю, можно, конечно, в принципе, попробовать. Давай-ка, да, просто за мистера Пина, это как-то вот так вот, такое вот, да? Давайте за Спайка, ну, за Спайка просто хочу, потому что мой любимый персонаж, и за него хочу взять, реально, друзья. Просто, за, и всегда, ну, то есть, за мистера Пина что-то, ну, да, типа, я возьму, скучноватенько так взять. Ну, просто, то есть, я возьму, ну, 17к, ну, то есть, ну, это... Сейчас всегда, когда так берешь новые кубки. Но все равно, блин, хочется поиграть. Это, ну, выше, конечно, чем 100 кубков. Да, 500 сейчас не тоже не слишком высоко. Ну, а можно было там и на 700, и на 800 сыграть. Но у меня таких пока персонажей нет. Потому что я в этом сезоне вообще не задротил ни на ком. Но мне лень было, типа, задротить на ком-то. Потому что, ну, у меня дел было полно. Сейчас еще, знаете, школа, уроки там, домашка там. Дыр скоро, но это никак не относится, но все равно тоже, типа, ну, времени, то есть, нет, дел полно, выходные, даже ролики нормально не могу на выходных записать, и, бля, не-не-не-не-не, я дальше ушел. Ну, собака ты вонючая, я, ну, за что ты мне такая собака нужна, мне такая собака не нужна, огромная, бля. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. На, просто. Разобрали. Давай. 4, ты 4. Ты гонишь? Только 4, да? А, это плюс 4, я думал плюс 5. О, пацаны, ну тут я пытался как-то выиграть, и ну не смог. 2 кубка. Уже некуда. Я пытался. Давайте за Мортиса. Вот реально. Вот. Мне вот интересно, вот смогу ли я за Мортиса вообще взять? Ну, типа, даже если ролик, типа, будет долго идти, посрать на мой дубль. Да, не хочется. Я не хотел, говорю, то, что не хотел. Но все-таки я решил для вас что-то подумать. В голове подумал. Но надо как-то интересно записать выпуск и что-то для вас таких придумать. Для вас что-то придумать, блин, я сейчас могу Джесси там забрать, там еще робот забрал, короче, там меня Рика закрысил, поэтому гад такой, и я сдох 4-м, да вообще ситуация жопа была, как вы видели, там Шелли, Рика сдохли, короче, там такая жопа была, вот, давай-ка затимимся с тобой, Кольт, фу, 2 трофея, 2 трофея, это вроде бы топ-5, хотя я хз, ты че, гад, ты гад? О, гаденыш, я же мог его сейчас убить, пацаны, там робот был. Но не, я решил не делать этого, потому что там как бы робот типа был. Там же Мортис сидит в кустах, крыса такая, не хочет со мной тимиться. Хочет меня закрысить, наверное. Вот, я мог же этого Леона... Но нет, там робот был, и он бы меня сейчас чпокнул бы вместе с Леоном. Так. Не-не-не, Фрэнк. Фрэнкуся, не-не-не-не, блин, ну за Мортиса в бой пошел. Трудновастенько, потому что, ну,
Не потому что, а просто, типа, карта еще, ну, не подходящая вообще для Мортиса, просто есть такие шедо-карты, которые подходят, например, Озеро Мертвецов или тот же самый Древ Дюнах, который удалили. Но хотя бы Озеро Мертвецов вернули, походу, навсегда. Реально, просто нафиг его удаляли, но почему-то вот эти карты вернули. То есть, для меня странно не то, что удалили, да, странно, конечно, но странно то, что оставили вот эти вот хэллоуинские карты, то есть они пропали, потом их опять вернули зачем-то, то есть ивент этот пропал, а потом эти карты опять вернули зачем-то, это реально очень странно. Не-не-не-не-не. Топ-5, найс. Нет, гаденыш, ты собака такая, вонючая. Вот собака, +2, +2, +2, да, пацаны, да, 17 косарей, о май гад, был просто, я думал сейчас, ну, ровно, просто ровно, я думал сейчас будет один, просто 17 000 кубков, ой, пацаны, сейчас тут еще этот ограбление, я сейчас поиграю, ну, за быка, наверное, быка поподнимает. У меня бык только на 650 был. Не, надо будет быка поднять будет. А то он мне что-то слабоват немного. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Вот так вот у нас все. Дело прошло. 17 тысяч. Можете меня поздравить в комментариях. Я даже могу долистать. Тут у нас больших ящиков реально очень много стало. То есть тут еще стало. Вот этого золота не было. Этого большого ящика не было. За 7500 был. За 850 не было. За 8500 не было. За 950 не было. То есть не было этих больших ящиков вообще. И вот они. 17 000 кубков. Хотя я косарь золота же не забирал. Я забирал на 500. Все, друзья. Спасибо за просмотр. Удачи. Пока. Пока.